Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится телефон Huawei Nova 10 SE. И сейчас мы разберемся, как сбросить настройки приложений с данного девайса. Для того, чтобы провести эту операцию, нужно перейти в настройки. После чего найти раскладку приложения. Вот она. Кнопка приложения. После чего нажимаем приложение. Квадратик в правом верхнем углу и сбросить настройки. Сброс настроек приложений. Сброс. На этом все. Все приложения были возвращены к изначальному состоянию. И разрешение их тоже. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. До скорых встреч.